да, ничего, ничего. Смирнов, да? Юрий Смирнов, он учился у Петра Исакова, потом уже на шести занимался, и даже забыл, что он в свое время печатал пьесы для этого инструмента. Вот я переложил это с шести на семь, ну, оно удивительным образом легло. И вообще каждый раз, когда я что-либо говорю, я говорю, нет, гитара не хуже, не лучше, у каждого свое своеобразие, свое бертональное особое звучание, своя история. Вот и просто семиструнная гитара – это часть русской культуры, которую не следует забывать, и особенно забывать тех самых людей, которые составляют славу этому инструменту.